Добрый день, представляем вам интервью Георгия о поездке в Тольятти. Георгий, вам понравилась ли дорога? Здравствуйте. Дорога – говно. В Тольятти в рот я ебал, и нахую он верчен был, этот город, блядь. Как вам нравились развязки в Тольятти? В Тольятти развязки уебищные, полно колец, где хуй поймешь, куда ехать, блядь. А дорога обратно не заливает долго времени? Много времени. Дорога времени не занимала бы много времени, если бы навигатор не был бы таким сученным, как он оказался. В итоге я хотел бы услышать вас, поставить точку, так сказать, нашему сегодняшнему интервью. По поводу Тольятти, блять, этого ебаного, сука, Тольятти, нахуй! Тольятти залупа, я вам от чистого сердца могу сказать то, что Тольятти — это погонь, в которой лучше не соваться никогда. Вот. Всем спасибо за внимание, смотрите нас на ютубе.